Так, девочки, тут мне позвонили, съемка оборвалась, поэтому в общем, начинаем новый этап. Третья серия за сегодня нашего горного путешествия. Я вообще не очень понимаю, куда я иду, но люди идут, и я иду. Я думаю, что что-нибудь будет интересно. Здесь такая дорога, дорожка, скажем так, немножко опасненькая, но сейчас вроде бы не скользко, но все равно можно очень-очень аккуратно идти. Вот. Желательно, конечно, держаться где-то ближе, наверное, к заборчику, вот, чтобы если что, можно было схватиться. Так, ладно, девочки, сейчас. Вот. Так, я вас не отключаю, показываю вам весь мой путь. Вот, чтобы у вас был прям вот эффект присутствия. Вот. Все как вы любите. Всё. Натали, привет. Я знаю, что ты точно меня смотришь. Поэтому привет тебе личный, индивидуальный, как всегда. Вот. Съемка, в общем-то, по твоему заказу. Так, здесь люди разделились. Кто-то налево, кто-то направо. Понятно, девочки, куда идти. Куда и что там может быть интересного. Ладно, идемте, наверное, куда большинство... О, девочки, перебегаем. Так, идем с большинством. Так. Ардигас. Так, называется, все пошли, и я пошла. Так, ты мне позвонила уже, подруга моя. Говорит, ну что там, ты где? Я говорю, Калабра, говорю. Потом она говорит, где? Я говорю, Калалба вроде бы какой-то. Она говорит, а где это? Я говорю, ну где-то в горах. Она говорит, а конкретнее? Я говорю, ну как, я села, доехала до Бальцана поездом. Потом, говорю, села на подъемник, фуникулер, на этот Ренон. А потом села на то ли трамвайчик, то ли что-то такое рельсовое. И вот я здесь. Так, говорит, что мне ехать к тебе? Говорит, ну тогда я сижу, говорит, дома. В Бриксене, говорит, сижу тогда, что? Я говорю, нет, ну подожди, сейчас я когда пойму, куда мне дальше, как вернуться обратно, куда я, где я вообще и что, я тебе напишу. Пока что отобедай, немножко отдохни, и, в общем, я тебе напишу, подъедешь, где-то встретимся посередине. Вот. Так. Вот, в принципе, честно говоря, особо ничего интересного я не вижу, я не знаю. Стоило ли сюда идти? Ну, сейчас посмотрим. Посмотрим, девочки. Виды, конечно, красивые. Ну, посмотрим сейчас, куда мы придем. Тоже везде отельчики. Вот. Ну, здесь, мне кажется, все-таки нужно иметь машину, чтобы здесь сюда приезжать. Мне так кажется. Вот. Так, что у нас там? Ой, там что-то интересное.
Но дорога здесь, если будет скользко, это будет номер. И санок не надо. Как говорится, грохнулся на задницу и поехал. Так, там какие-то конячки внизу, лошадки. Там, наверное, можно покататься на лошадях. Ну, конечно, девочки, не ждите от меня репортажа с верховой ездой. Не ждите, говорю сразу. Я точно не полезу на лошадь. А, там можно не на лошадь лезть. Да, можно на бричке подъехать. Так, девочки, так посмотрим. Так, куда там все пошли, кто куда, девочки, кто куда. Так, а я сейчас здесь посмотрю и пойду обратно. Я думаю, что я там уже ничего такого не увижу. Сейчас я вам лошадок покажу. Вот там вот можно прокатиться, девочки, видите? Вот так вот можно. Симпатичненькие лошадочки, ой, хорошие. Так, сейчас тут прогуляемся немножко, и все, девочки, и все. О, санки, санки, девочки. Чьи-то. Так, палатки, торговые всякие штучки. Так, что-то машина, машины нету. Вот. Еда. Так, здесь что? Что у нас? Что-то кушают. И, видимо, что-то очень вкусное, потому что хлебом прям практически, можно сказать, вылизывают тарелки, вылизывают, девочки. Так, там, видимо, какая-то обзорная площадка, да? Фоточки. Ну, вы же знаете, я не фотографируюсь. Инстаграма у меня нет, поэтому я ничего никуда не выкладываю. У меня все остается в памяти или в видео. Если я хочу посмотреть, я посмотрю. Фотографии я не делаю. Ну, может быть, сделаю, ладно, одну. А может и нет. Вот здесь вечером, наверное, да, хорошо. Такой огонечек, костер разжигают, на лавочках можно посидеть, погреться. Так, здесь у нас что? Ой, какая красивая там лавочка лавандовая. О-о-о. Ой, смотри. Так, сейчас посмотрим, что здесь. Здесь у нас какое-то питье. Девочки, я ж не вижу наших кружечек, наших не вижу чашечек. Так, девочки, глинтвейн 3 евро. Панина тоже 3 евро. Ой, смотрите, какая прелесть. Кто-то снеговичка сделал. Ой, какая прелесть. Класс, да? Ой, супер. Виды, конечно, здесь классные. Очень здорово. Так, а это что? Какой-то, наверное, ресторан, да? Ой, смотрите, с бассейном. Ух ты, здорово как. Интересно, он подогревается? Там прям джакузи. Там даже не бассейн, там джакузи. Если он подогревается, это супер. Может быть, я туда подъеду, девочки, подъеду. Так, надо пойти узнать, что там. Что-то интересное. Вон стоят шезлонги, но они в собранном виде. Возможно, это только летняя. Так, я вижу, там внутри девочки сидят в купальничках.
Вот, девочки, я думаю, что надо пойти узнать, что там. Возможно, мы с вами сходим. Возможно, сходим. Так, сейчас я там обойду. Так, ну тут стандартные, обычные товары. Шапки, шубки, перчатки. Все такое старое, все обычное. Так, девочки, обходим. Сейчас я все-таки хочу туда добраться, посмотреть, что там. Прям я заинтересовалась. Купальник я всегда беру, девочки, куда бы я ни ехала, вы меня знаете. Из дома нельзя выходить без загранпаспорта и купальника, девочки, запомните. Мое правило. Так, а как туда зайти, а? Тут все что-то перегорожено. А как в это заведение попасть? Вот оно. Вот оно. А как туда попасть? Непонятно. Заборчик закрыт. Ничего. Может, там надо резервировать что-то? Так, а ну сейчас я там попробую. Нет, там обхода нету, девочки. А как же туда попасть? Как туда забраться? Нет, там нету прохода, по-моему. Да, что-то там приватное. Может быть, это частная собственность, это не заведение какое-то общего пользования за деньги. Наверное, так и есть. Написано «Привату». Возможно, действительно, это частное. Ну, хотя, да, странно. Такое место, это ж можно деньги лопатой грести. Такие тоже отельчики везде. Так, хотел-парк. Хотел-парк. Девочки. Не зайти туда никак. Все перегорожено, закрыто. Здесь вот можно спуститься. Возможно, это от этого отеля, наверное. Возможно, там какие-то ходы есть подземные, там, не знаю. Сейчас я подойду к этому отелю ближайшему, посмотрим. Возможно. Так, сейчас обходим. О, девочки, наверное, это оно. Ага, точно, девочки. Это такой отель. Значит, запоминаем. Так, и сейчас посмотрим цены. Так, ставим на паузу, кому надо, и разглядываем. А, это меню вообще какое-то. Это вообще меню ресторана. Да, я такого ничего не вижу. Это вообще ресторан. Что я смотрю? Так, внутрь, девочки, будем заходить или не будем? Не будем, да? В общем, мы его запомнили. Если что, мы на сайте почитаем. Вот он как выглядит. Почитаем и все узнаем. Все узнаем. Все, что нужно. Или давайте зайдем. А, что стесняться? Сейчас зайдем, правда, они могут начать ругаться, что я тут снимаю. Buongiorno. Wellness, it's your hotel. Wellness. Spa. Yeah? Yeah? Price. Price. We have packages or only sauna. It's 20 euro. 20 euro in hour and... no, for three hours. Ah, 3 hours. Sauna... Yeah, person. Sauna and swimming. Yes. And fitness. Fitness? Yeah. Do you have... No, but the price is... Yes, no price. We have, but the price is not here inside. Do you have a site, internet site? Yes. Yeah, yeah, okay. You can take this. In Italian, here is our internet site, and so you see we have a big park, the rooms, yeah, okay. Okay, thank you so much, grazie, bye. Так, все, девочки, вот стоят зонтички, можно взять, наверное, с
все, ну, в общем, чудно, девочки. Можно, я думаю, что вполне себе можно позволить здесь, сколько она сказала, 20 евро за 3 часа. В принципе, это очень даже неплохо. Так, я думаю, что мы сюда сходим, девочки. Так, ну, я думаю, будем мы возвращаться назад уже, все. Я взяла брошюрку, девочки. Мы с вами ее... Ну, не мы с вами, я точно ее рассмотрю, посмотрю, изучу. Там так, в общем-то, интересно. Мы... И сидят там в купальниках. Вот это надо было спросить. Вы же знаете, что здесь... Я вам уже рассказывала, но, возможно, кто-то не знает, что здесь... Ну, Германия, Австрия. Здесь ходят в сауну, девочки, полностью голыми. От слова вообще. Совсем голые. Без трусов, девочки. Даже без трусов. В некоторых заведениях за вами будут ходить как надсмотрщик в тюрьме в очень жесткой форме. Вам будут, ну, требовать, чтобы вы сняли с себя абсолютно все. Девочки, прикрыться полотенцем не получится. Так, вот смотрите, можно водички попить альпийской горной. Вот, прикрыться не получится, девочки, полотенцем. Все абсолютно с вас снимается. Абсолютно все. Вот. И если вы откажетесь, то вас просто не пустят, выгонят. Вот. Сейчас я, наверное, знаете, что сделаю? Я сейчас спущусь туда куда-нибудь все-таки и попью чайку горяченького. В общем, девочки, я тут вам настроила, значит, чтобы вы поразглядывали прекрасные виды. Заодно сделаем рекламу отельчику этому бесплатную, прошу заметить. Вот. Они мне за это не платят. Вот. Смотрите, значит, то, что вы видите, бассейн, да, видите, там двери закрыты. Я думаю, что в теплую погоду они открываются. И там, получается, бассейн частично находится в помещении. И оттуда можно выплыть на улицу. Здесь стоят шезлонги. Вот. Там даже можно такие есть качающиеся, как кресло-качалка, только шезлонг, на котором можно покачаться. Есть обычные шезлонги. Вот, можно полежать. Полюбоваться чудесным видом на горы, подышать альпийским воздухом, оздоровиться, так сказать, получить удовольствие и все прочее. Там есть сауны. Ну, сейчас просто можно сходить в сауну. Там все стеклянное, тоже виды прекрасные. Вот можно поплавать. Я пью чай. Если я тут буду слегка подчавкивать, девочки, извиняйте. Ну, там девочки плавают внутри. Там он, в принципе, бассейник, там он маленький. Он небольшой. Он примерно как вот на улице смотрится. Он там точно такой же зеркально. Он точно такой же внутри. Там стоят еще шезлонги, какие-то столики. То есть, выходя из сауны, можно там посидеть, полежать. Вот, так что бассейн маленький. Ну, я думаю, сюда приходят не из-за бассейна. В общем, ладно, я думаю, что я буду заканчивать репортаж. Обратную дорогу я вам снимать не буду. Все то же самое, ничего нового вы не увидите. Прям, честно говоря, не хочется отсюда уходить.
И очень комфортно здесь дышится. Ни уши нигде не заложило, не пробирает холод. То есть все комфортно, девочки, везде комфортно, во всем теле. Очень здорово. Вид такой, прям, честное слово, не хочется уходить. Но уже подруга меня ждет. Я сюда еще приеду. Так, хочу поставить, а тут так заледенело, что сейчас как оно упадет туда. Так, а куда я крышечку свою делала? А, вот она. Угу. В общем, ладно, девочки, на этом пока что все. Я вам уже не буду дальше снимать одинаковые. Так, Оля, Оля, ты помнишь, да? Все еще в силе. Все, девочки, я думаю, сегодня еще репортаж не последний будет. Ну, скорее всего, в горах я уже снимать сегодня не буду. Сейчас я, скорее всего, поеду в Бальцано, подъедет моя подруга, вот, и мы погуляем там. Скорее всего, я не буду вам снимать там, вот, потому что мы будем общаться с подругой, мне будет не до этого. Ну, может быть, посмотрим, может быть, что-нибудь я вам подсниму. Так что все, хорошего дня, все, пока-пока.